Так, ну что ж, день хорош тем, что мы приступили к обратной засыпке. И об этом стоит поговорить отдельно. Так что же такое обратная засыпка? Смотрим на вот этот замечательный фундамент. И что мы здесь видим? Здесь остались остатки природного грунта. Он нам полезен, пускай он стоит. Однако, мы его трогали, поэтому мы берем трамбовку и, как можем видеть, проходим весь периметр, не останавливая трамбовку. После этого к нам заезжают машины с песком. Причем песок указан в проекте. Вы не можете взять какой-либо песок, какой-либо грунт. У вас в проекте четко указан, какой песок. Согласно проекту, этот песок сюда доставляется, высыпается, как можем видеть, сюда. И этот песок, сейчас он смешан с существующим старым. Новый песок будет засыпаться сюда. И мы становимся по номерам. Поскольку у нас получаются двойные дома. Кстати, вот видим, как пришел песочек. И песочек приходит накрытый, чтобы, когда он едет, при движении ничего не рассыпалось. У нас две трамбовки. Один дом и второй. Почему две? Ввиду сложной конфигурации фундамента, перекидывать трамбовки на высоте 1,50 м крайне неудобно. Поэтому трамбовок берется как можно больше. Мы посчитали, что обойдемся двумя. Мы трамбуем. А машина подвозит тот песок, который у нас есть в проекте. Трактор его подсыпает. И трамбуется он у нас каждые 25 сантиметров. И мы должны этой плотности придерживаться. Мы не просто абы как засыпаем и абы как отрамбуем. Все согласно проекту. Но, как обычно, спешка. Решили заводить сейчас все водопроводные канализации, хотя изначально заказчик вроде как пренебрег и сказал, сделаем это позже. Но вот сейчас на скорую руку решили, притащили вот такой агрегатик от Хилси. Шутка ли, но нам надо просверлить 18 отверстий. Ну, довольно много. И для этого у нас два парня. Они двое сверлят, прокладывают сантехнические трубы коммуникации. Но тут не все так просто. Верхнюю канализацию мы будем проводить уже по существующему грунту. Почему? Потому что нет гарантии, что при трамбовании в 1,6, да, что мы заденем эту трубу. А вот дырки удобнее сверлить с этой позиции. То есть мы дырки высверлим, оставим закладные, те нижние трубы, которые способствуют тому, что поскольку она внизу, мы можем ее трамбовать, а все остальное вряд ли. Поэтому вот такой вот прикольчик у нас. Итак, все стали по номерам и поехали. Ну что, можем наблюдать какую картинку. Нам опять сказочно повезло. Сейчас хлещет ливень, такой проливной ливень, который льет уже третьи сутки, а у нас по графику обратная засыпка. И вот мы в такой бешеный привлечение ливень. Каждые 20 сантиметров закидываем и двумя трамбовками. Один слева направо, другой справа налево с перекрестным шагом на 15 сантиметров. То есть пробивает первая на 30-40, вторая на 80 сантиметров. Итак, после того, как мы каждые 20 сантиметров слоя трамбовали 120-килограммовой трамбовкой, все отнивелировали, что мы делаем? Мы включаем вот такую вот воду. И она у нас будет здесь лить всю ночь, 12 часов. Потому что лучше, чем вода, никто песок никогда не утрамбует. Вот мы видим. То есть сейчас фактически мы создали здесь бассейн и будем его наполнять всю ночь. Я думаю, что это очень правильное решение. И повторюсь неоднократно, да, что самый лучший утрамбователь – это вода для песчаных крупинок. Обязательно трамбовка, это не обсуждается. Но вода здесь сыграет как никогда кстати нам. Это мой здоровый сон, поэтому не так много здесь мы израсходуем электричество, если ночью ее погоняем на эту площадь. И то же самое будет происходить со всеми остальными. Однако у нас на участке появился технический надзор, и у нас дилемма. Технадзор утверждает, что трамбовка здесь должна быть 350 килограммов. Честно говоря, я думаю, что технадзор сошел с ума. Потому что мы трамбуем 1,20 м. 1,20 м, и для такого слоя внутренней засыпки 350 килограммов, такой каток. Вот дилемма, что делать? Останавливать работу и тащить 350-380 килограммов? Или доказать технадзору, что он идиот? Ну, или убедиться в том, что он сам идиот. На это мы какое-то время потратим. И заодно и вам, и всем нам на будущее будет как бы информация
сколько же должна быть трамбовка при такой работе? Вес. Итак, в нашей ситуации мы убрали с площадки 110-килограммовую виброплиту и поменяли ее на 280. Посмотрим сейчас разницу, ради интереса, вот даже не включая видео. То есть вот он, утрамбованный грунт, меняем плиту. Если действительно технадзор прав, что она гораздо мощнее, ну, она, конечно, гораздо мощнее в два раза, но эффект должен оставаться на земле. То есть мы сходим на землю, если мы послойно по 20 сантиметров проходили, и она хорошо утрамбована, то мы хоть 500 килограмм включаем, там не будет таких следов проседания сантиметров на 5. Сейчас мы смотрим. Саша, дай прямо ее. Проедь прямо, пожалуйста. Не ходи по углу. Не выключаю камеру. Не нарезаю никакой ролик. Смотрим, что происходит. Какой не эксперимент, скорее глупость какая-то, да? Но мы же видим, что больше там 8 миллиметров, ну, 1 сантиметра никакого проседания нету. Это стандартное проседание, когда ходит любая трамбовка. Если трамбовка действительно была бы настолько эффективнее, чем наша, там было бы хотя бы след 5-6 сантиметров. То, что он сейчас вибрирует, это как мертвому припарку. Если бы мы не делали послойку по 20 сантиметров, у нас были бы проблемы. В данном случае показано, что у нас все хорошо, поэтому эту глупость можно бросать, вызывать сюда экспертов, делать заменение грунтов, вот оно покажет, правильно он у нас сделан, либо нет. Ну и не забывайте, что самое шикарное уплотнение грунта – это проливка, а вот ее у нас в изобилии. Вот, поэтому пререкаться мы не стали, ничего там страшного нет, что трамбовка будет круче. Единственная проблема, перерасход по денежке получится какой? То есть, чтобы эту трамбовку выкинуть с одного места в другой, нам нужен трактор. А это значит, что трактор будет стоять, пока трамбовка будет работать. И это надо в гору закинуть где-то 3 сотни евро. Вот эта прихоть технадзора обойдется в 3 сотни евро. И если мы все-таки пойдем на принцип и закажем экспертизу, ну, я думаю, еще соточки 3 это встанет. Итак, если будет короче, если кому интересно, ссылка в описании, сами зайдете. В общем, у нас получается, что у нас глубина контроля будет сейчас составлять свыше полуметра. И для этого мы берем пирометр, берем маячок массой более 5 килограммов и пробиваем ее, высота падения этого маячка 30 сантиметров. И забиваем мы сколько в землю? 10 ударов. 10 ударов делаем, согласно нашей таблице. Итак, идем на объект. В любом месте сейчас выбираем, делаем не то чтобы в любом, мы будем пробивать каждые 3 квадратных метра, но сейчас проведем для себя эксперимент, и может быть всем вам будет понятно, как проверяется плотность грунта вот в таких бытовых условиях. Если этого недостаточно, тогда надо вызывать экспертизу, лабораторию, но это будет стоить от 350 до 600 евро. А вот в домашних бытовых условиях, чтобы это грамотно, сейчас покажем, как проверим. Так, вот сейчас мы находимся около этого чудо-прибора. Самое время посмотреть на него. Делаются две отметки. Первая отметка сверху 30 сантиметров, уровень падения маяка. И нижняя, насколько мы должны загнать его, забить. Здесь игла показала, что мы ровно вышли на ту плотность грунта, которую нам необходима. То есть таких... Вес. А? Вес. 10 килограмм. А, вес больше? Да. То есть другими словами? Другими словами, там рассчитано на то, что вес гири 2,5 килограмма, и он должен войти на, ну, на 250 миллиметров. А вес нашей гири составляет 10 килограмм, то есть она в 4 раза тяжелее. Единственное, мне не совсем понятно, сколько же тогда у нас плотность грунта.
если на то пошло. Понятно, что мы как бы в рамках лазим, но я насколько? Думаю, я думаю, что выше проекта. Не, ну, я уверен, что она выше проекта. Она, разумеется, выше проекта. Но вот понять бы теперь по таблице сколько. Ну, видишь, там все гири, да, мы нашли не 2,5 килограмма. Наши гири в 4 раза тяжелее. Сейчас я расскажу, откуда мы взяли эту штуку. Есть ребята, которые делают в данный момент, сегодня, да, аэропорт. И там эти взлетно-посадочные площади, и там есть такой коварный, жестокий технадзор, зверюга. Он не берет стандартный, скажем так, инструмент и проверяет, что должно быть там 10, значит 10, должно быть 8, значит 8. Он усовершенствовал эту дуру настолько, что говорит: ребята, я вас принимаю под подпись, поэтому мой прибор, он в 2 раза мощнее, чем тот, который должен быть на самом деле. Вот если этот прибор мне покажет, что все окей, значит, тогда я от вас отстаю. Если нет, будем ругаться. И он ребятам заставляет утюжить просто действительно вот такими гидромолотами чуть ли не по 10-сантиметровую трамбовку. Здесь 3 сантика он не доехал. Ну, это как бы, я думаю, ни о чем не говорит, потому что рельефчик немножечко у нас тоже нивелируется на эти 2-3 сантиметра. У нас же не идеально, как бетон. Не, Володь, уплотнение у нас везде одинаковое. Ну, а ты хочешь сказать, что метр назад он был такой, здесь такое? Ну, где-то, может, он. 12 ударов. Ну, то есть, наша идея какая? Если мы действительно вот этим зверским молотом пробиваем, и у нас все в порядке, а то нам бояться нечего. То есть я точно уверен, что я свою работу сделал хорошо. Я был уверен и до этого, но у меня были вопросы ко мне от технадзора. Наверное, технадзор это тоже смотрит видео. Так вот, когда вы пришли и сказали, что трамбовка не соответствует, я вас попросил, а сколько же она пробивает? Вы сказали 10 сантиметров. Но я ввожу аннотацию, она пробивает 38 сантиметров. Вы ошиблись. Второй момент, я вас спросил, а как мы будем это проверять? Вы сказали, вызовем экспертизу и пробьем это иглой. Я так понимаю, что вот ту иглу вы имели в виду, потому что существует всего 3 вида проверки грунтов. Первый – это электрический, не буду врать, как она правильно называется. Второй – это вот эта штучка. И еще есть метод срезания кольцом. То есть других проверок плотности грунта как бы не существует. Поэтому сегодня у нас 3 часа планерка. Ее снимать не буду по этическим соображениям. Будет заказчик, представитель заказчика. Они не должны быть в кадре, это логично. Вот, поэтому что мы делаем? Мы сначала сами проверяем все участки. Если где-то что-то нам не понравится, прольем это место еще. В любом случае шланг будет еще 2 недели здесь проливать абсолютно весь участок. В любом случае, круглосуточно. А вот, в любом случае, у нас еще есть в запасе примерно 4 часа, и мы трамбовками будем ходить, а не стоять на месте. Но прежде чем сюда позвать нашего технадзора и нашего заказчика, чтобы экономить их время, мы просто сами все проверим и убедимся, что все окей. А потом просто приводим их и вкратце рассказываем, как это работает и что работает. Но заодно вы все видели, как проверяется плотность грунта, и что такое обратная засыпка? И если когда-нибудь столкнетесь с этим, то это действие на самом деле очень важное. Его делать умри как надо правильно, потому что если на этой стадии, на фундаментной обратной засыпке, сделать ошибки, вы ставите под угрозу весь проект, качество всего проекта. С вами был Владимир, Бригада 1. Всем пока и до следующих видео.